Всем привет, ребят, с вами Юмилька. Ну что, случайно вбила RYTP в поиске и выбился у меня пупчанский зверобокса. Если что, советуйте в комментариях, какие пупы можно посмотреть, названия, каналы, вот все вот туда обязательно пишите. Лайкайте комментарии, с которыми вы солидарны, потому что комментарии, где больше всего лайков, выбиваются в топ, и больше есть вероятность, что я их замечу и сделаю реакцию на тот или иной пуп. Ну что, история чекушек. Как я давно, супер давно не смотрела историю игрушек, и надо бы как-нибудь будет пересмотреть, как нечем будет заняться. Короче, погнали! Пупчик! Кстати, я специально решила не вырезать, как он сказал, пупчик после рекламы своей, потому что, ну, классно звучит! Москвописание. Вот, держите! Впрочем, это уже совсем другая история. Эй, эй, эй! Кто тащил, перетащил сюда мой блокнот? Жопа! Какой интересный блокнотик. На этот раз я почти обосрался. Что сделали? Обосрался. Спасибо, Майк. Итак, оу, стоп. Это что вообще такое? Алло? Как давно я не слышала эту песню, господи, в каком она году была? Вроде ж не так давно. Ты опять выходишь на связь, мудила. Так. Ну вот так. Вот это зло. Левый, правый, левый. Почему так? Эй, эти люди профессионалы. Ау. Ух, ёпарасоте! Массивный чувак. Поверь, они там сложа руки не сидят. Ну просто прям захотелось уже это произнести прям в тему. О, щит. Это просто. Интересно. Газлайтеров, кастролайтеров. Вот свит как раз, вот, отлично. Давай ружьё быстрее, ну. Еее, на чиле! На чём так с басом? I'm gay. What in fuck's name are you doing? Что? Что? Блин, классный момент вот этот, мне прям понравился. Нормально все? А. Ты сраку на гитаре научишься играть. Видишь, лампу бери. Ой. Все нормально? А твои родители в курсе, что ты это смотришь? Сейчас, вот. Нет, ну и хорошо. Иначе они подумали, что я какая-то упоротая в 20 с лишним лет смотреть попы. Найс. Nice. Ну как ты? Ты холодец, да живой огурец. Другой заговорил бы под такими пытками. Надеюсь, это поправимо. Центр по-прежнему молчит, но мы недалеко от космопорта. Открыт! Закрыто. Мы свободны! Минуточку! Гениально! Ну, а потом поебались. Жесть! Просто, а ну-ка еще раз. Ах, офигеть! Сколько же потом эти завалы надо было разбирать? Нихуя себе! Я тону, блядь, я обожал твои эти шорты. Все это забухло. О, щит. Эй, бас, как ты, а? Что это с тобой? Видишь шляпу? Абсолютно точно. Я же миссис... Несбит! Приди в себя! Какой-то психоделический момент. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я с этим справлюсь. Ай, блядь! Но шляпка смотрелась неплохо, да? Бас, ты же гей! Ясно? Это, между прочим, не окей! Это очко! А я думала, что окей. Че, даже стыдно как-то стало такое показывать. Твой член больше тоже? Не буду. Он двигается. Маджик. Отвяжи меня. Шш. А разве он что? Не должен? Все хорошо. Все супер. Все идет по плану. Ты что, дурак? Сам. О, Шрек! Великолепный план. Просто охуенный. Дети бывают жестоки. Давай по новой. Мы взорвемся! Ты похер! Не
сегодня! За ваше здоровье! А чё, все уже что ли? А чё все? Ну как-то быстро, блин! Хорошие видосы всегда заканчиваются супер быстро. Обязательно жду от вас советы по поводу пупов в комментариях. Но если будете ждать их в течение 2 недель, то обязательно гляньте обращение на канале, которое вышло 12 октября. Я там все подробно рассказываю, почему как можно скорее не смогу выпустить реакцию. Но в любом случае постараюсь обратить внимание на ваши пупчанские. Реально, пожалуйста, пишите в комментах. Можете что-либо старое, но пупы на всякие политические темы я брать, скорее всего, не буду. А то, ну, что-то как-то страшно на самом деле становится делать реакции на такие пупчанские. Ну а все остальное, конечно же, приветствуется. Там чернуха, извращенские всякие моменты, сасы, сосы и все в таком духе. Ну а с вами была Юмилька. Надеюсь, видосик вам понравился. Всех чмок, муа, и всем пока.